Всем привет, дорогие девушки и женщины, которые сейчас ожидают малыша или которые готовятся стать матерями только. А также, возможно, нас смотрят и будущие папы, будущие настоящие. Сегодня я хотела бы поговорить с вами о 27-й недельке беременности, рассказать вам о своем опыте. Буду также рада, если вы поделитесь своими ощущениями, своим опытом, своим самочувствием на этой неделе в комментариях. Также, возможно, найдутся темы для обсуждения. Ну, что касается меня, я по-прежнему нахожусь на острове Бали и по-прежнему собираюсь рожать здесь, в известной клинике на острове Бали, которая находится в городе Убуд, клиника Бумисихат, основанная Робин Лим, клиника лотосового рождения, клиника естественного рождения. И на этой недельке у нас был второй прием в этой клинике, о котором я сегодня расскажу чуть позже. Ну, а перед этим расскажу о, наверное, таких физических ощущениях, которые произошли на этой неделе. На самом деле, изменений было достаточно на этой неделе. Прежде всего, это мой живот, который вырос значительно. Сейчас я заметила это по тому, как я стала заниматься спортом. То есть, те упражнения, которые я делала раньше, они стали неудобными вдруг, потому что живот стал больше. Даже иногда сидеть стало как-то так неудобно, тем более наклонившись вперед, потому что животик уже такой большой, массивный, выпирает. И малыш стал еще больше активничать. То есть, если он раньше, он тоже был активным, но сейчас он очень активный. То есть, днем, с утра, вечером он о себе дает знать, изучает мир. Стучит ножками и ручками, абсолютно не больно, даже это все очень приятно, потому что мы матери, можем слышать нашего малыша. Вот. И я узнала о том, в каком положении находится мой малыш, опять же, после посещения клиники Бумисихат, но об этом чуть позже. Значит, продолжает растягиваться кожа на моем животе, я очень хорошо это ощущаю, потому что, здесь опять же под грудью, да, в самом начале тянется кожа, прям жжение такое происходит, и сейчас оно еще больше участилось, то есть в таких случаях я просто мажу кремом, увлажняющим молочком для тела, который мне помогает, и все становится на свои места. Если помните, я говорила про то, что у меня были небольшие такие онемение руки правой, когда я спала. Сейчас все это прошло. Вообще на этой неделе все отлично. Для этого я стараюсь есть больше белка животного происхождения, в том числе больше жиров растительных, кокос, авокадо. Благо здесь это возможно сделать. По-прежнему ем много очень фруктов и овощей и пью много воды. То есть, в принципе, мое питание, когда у меня были вот такие вот проблемы с онемением небольшой руки, отличалось от того, которое сейчас, только, наверное, количеством белков, которых я съедала, животного происхождения. То есть рыбы, курицы, яиц. Я считаю, что нужно кушать больше. По крайней мере, мне это помогло. Дальше. Ну, в плане физиологии, наверное, все, о чем я хотела рассказать. Особо больше никаких проблем не было и нет. Есть интересная информация про Бумисихат. На этой недельке это был второй прием Бумисихат. Сейчас я хожу на прием один раз в месяц, и это очень приятно, потому что я бы, наверное, с ума сошла, если бы я ходила в российские клиники каждые две недели или там каждую неделю для того, чтобы сдавать какие-то анализы, показываться на приеме у гинеколога, делать все осмотры. Мне очень комфортно, потому что меня никто не трогает. Я через месяц сама уже чувствую, что мне, да, пора сходить, что-то узнать новенькое про мою беременность и так далее. И мне комфортно, что я могу насладиться спокойной беременностью и не бегать по врачам, и не быть ни от кого зависимой, не делать непонятных обязательных УЗИ и так далее. Это кайф на самом деле. В Бумисихат прием как проходил? Был опять аппарат Доплера, который позволяет услышать сердечко малыша. Когда мы его слушали, он так вертелся. Но все-таки удалось нам послушать.
непередаваемые ощущения, конечно. Очень трепетные ощущения, когда мать слышит сердцебиение своего ребеночка. И на осмотре акушерка Маша, с которой мы записывали интервью на моем канале, она уже находится, данное интервью, показала, рассказала о том, как определить положение малыша. И, кстати, мне писала девушка об этом, она просила рассказать о том, как определить положение малыша. Вот сейчас поделюсь этой информацией. Смотрите, самое главное, я не рекомендую часто вам лезть в живот, скажем так, и нащупывать малыша, потому что, ну, представьте себе, вот ребеночек живет себе в своем мире, чем-то занимается, изучает мир. Тут у него какое-то внешнее воздействие, пусть и воздействие от мамы, но тем не менее кто-то щупает его головку, кто-то щупает его попку. Не знаю, для него, мне кажется, это немножко такое вторжение в его личную жизнь. Поэтому мы трогаем, наверное, малыша только при необходимости, только когда нужно понять, что малыш перевернулся или не перевернулся, да? То есть многие женщины перед самыми родами, буквально вот на 30-х неделях, уже смотрят, в каком же положении ребенок, и иногда даже паникуют, если он не перевернулся. На самом деле, как правильно сказала Маша, ребенок никому ничего не должен, когда захочет, тогда и перевернется. Поэтому не переживайте по этому поводу, и все у вас будет хорошо. Значит, по ощущениям. В общем, когда у вас идут наиболее активные толчки внизу живота, то есть либо вверху живота, может быть, у кого-то, то есть там, где активнее всего проявляет себя малыш, там находятся ножки. Ножками он стучит сильнее намного, чем ручками. Ручками, кулачками он делает вот так. И достаточно аккуратно. То есть это не сравнится с теми пинками, которые он воспроизводит ногами. А вот у меня, допустим, явное, четкое ощущение, что он именно внизу ножками бьет, да, то есть головка у него наверху. Это первый такой признак того, где находится малыш. А потом, когда он перевернется, получается, с верха живота будут прям тоже, прямо ножки вылазить, и вот вверху живота будут такие активные простукивания. Первый признак. Второй признак, как Маша определяла положение, она положила меня на спину и сделала осмотр. Соответственно, она, получается, просто нажала на кожу, да, немножко продавила ее. Он сказал о том, что это не страшно, потому что там достаточно много воды. Вот, надавила, и прямо вот между ребрами, скажем так, я нащупала головку. Сначала Маша нащупала, потом она не показала, как нащупать. То есть прямо вот буквально надавить, только в лежачем положении на спине это нужно делать, соответственно. Вы можете определить, головка это или попка. Кстати, головка, она вот так немножко двигается в разные стороны, попка нет. Вот, соответственно, когда мы надавили на боковую часть живота, еще ниже, была как будто полость, то есть там ничего нет. А с другой стороны, попка вот она выпирает, торчит. То есть четко можно определить. Прям, не знаю, попку уже можно точно определить, где она находится, потому что она побольше, чем головка. И еще были такие у меня несколько небольшие выпирания. То есть живот не совсем ровный был, а вот с правой стороны выпирала именно попка. То есть внизу была попка, ее было хорошо заметно. Кстати, живот ходит ходуном. Сейчас он так стал прям заметно невооруженным глазом, что вот здесь вот малыш стучит, вот здесь он ножка стучит, здесь ручка стучит. Вот, то есть как-то стало все еще более проявлено и еще более активнее. Ну, вот такие, вот такие наблюдения за положением ребеночка. Еще раз говорю о том, что не рекомендую часто вмешиваться в пространство малыша. Вот. Также в клинике мне выдали, опять же, витамины органические. Прекрасные витамины, кстати, которые мне очень хорошо подходят. Я пью их каждый день во время еды, один раз в день.
взвешали меня, заполнили все мои карточки, узнали о моем самочувствии. Вот, ну, в принципе, на этом прием был закончен. И Маша посоветовала мне сделать еще анализы, посмотреть, как изменились они. И, ну, это как бы рубеж такой, 28-я неделька, на которой можно узнать об анализах, о состоянии крови, мочи и так далее. И в ближайшее время, получается, завтра, я пойду сдавать эти анализы, и в следующем видео обязательно вам расскажу об этих анализах. Так, что еще добавить? Мы активно путешествуем во время моей беременности. Сейчас в эту недельку мы были на выходных на двух прекраснейших пляжах. Первый пляж был с черным песком на Бали, где мы занимались, не мы занимались, а муж занимался серфингом, а я его снимала и наслаждалась красотой океана, волнами. И были в воскресенье на другом пляже, где достаточно много гуляли, прошлись, наверное, километра 4, поплавали. Такой был активный день. То есть в любой выходной я стараюсь как можно больше ходить, как можно больше быть активной, вот, для того, чтобы мой организм насыщался кислородом, кровь разгонялась, и все было хорошо. Вот, поэтому больше двигательной активности обязательно. Вот такие вот моменты, о которых я хотела рассказать на 27-й недельке беременности. Если видео было полезно, ставьте лайк. Животик я вам тоже покажу обязательно. Вот он наш подросший, красивый животик. До встречи на 28-й недельке беременности. С вами была Кира Штафун. Пока-пока.